А в Славянске на Кубани в день прощания с летом вечером торжественно подвели итоги работы детских дворовых площадок. 12 команд на протяжении каникул упорно боролись за звание лучших в спорте, творчестве, а также умение командно работать. О том, чем ребятам Славянска запомнится прощание с летом 2017 года, расскажет Мария Климова. Основные мероприятия жизни детских дворовых площадок Славянска проходят на спортивной площадке, расположенной в Северном парке города. Вот и закрытие малых Олимпийских игр, несмотря на срывающийся дождь, было решено провести именно здесь. К слову сказать, сильный дождь на протяжении всего мероприятия так и не пошел. А легкая прохлада позволила молодежи активно танцевать и веселиться. Наша программа сегодня называется «Прощай лето», но погода соответствующая. Вы видите, давно не было дождя, но тут нам погода напоминает, что лето в самом деле прощай. Летом выросли, возмужались, набрали сил. Мы старались вам помочь организовать площадки. Сегодня каждая команда будет награждена с началом года у вас учебного и с окончанием лета. Всем командам, принимавшим участие в летней кампании, были вручены грамоты главы города и памятные подарки. Победители различных номинаций, таких как «Дружные», «Жизнерадостные», «Ловкие», сменяли друг друга в ожидании раскрытия главной интриги лета – кто же станет лучшим. На этот раз первое место в честной борьбе заслужила команда «Нон-стоп», которая работала по адресу улица Совхозная, 75/1. Я работаю на этой площадке уже третий год подряд, и 2 года мы занимали второе место. В этом году нам повезло больше. Дети счастливы. Посмотрите, вон они стоят. Анастасия в этом году в последний раз работала на площадке, так как планирует поступление в ВУЗ. А на ее место хочет прийти сестра Настя. Вот такая династия вожатых растет в городе. Секрет своего успеха ребята видят в умении командно работать и желании побеждать. Главное, что мы дружные, мы старались, мы занимались, мы каждый день играли, старались, бегали, прыгали. Но самое главное, конечно, что мы смелые и что мы дружные. Благодарность за работу в этот день получили все вожатые и те, для кого в этом году площадки стали первым официальным местом работы. Из развлечений, которыми порадовали участников праздника организаторы, было выступление творческого коллектива «Гармония» и программа начинающего славянского иллюзиониста Александра Зубакина. Сейчас попрошу вас закрыть глаза. Помните, да, сколько карты было? Закройте глаза. Итак, и как только я попрошу, вы их откроете. Готовы? Итак, да, глаза все-таки закройте, закройте, да, пока не подглядываем. Итак, хорошо получается, представляете, да, какой она масти, какого цвета получилось? Что за значение там? Итак, на счет 3 вы быстренько откройте глаза, начнете быстро искать свою карту в колоде. Готовы? Итак, 1, 2, 3, начинаем. Итак, хорошо, хорошо, да. Отлично, давайте, сейчас карту. Ребята, это уникальный случай. Да. Это очень уникальный случай. Есть ли карта? Ярким завершением праздника стала церемония дарения друг другу улыбок, счастья и любви. Символом этих понятий выступили клубки ниток разного цвета, которые, вставши в круг, дети перебрасывали друг другу. До свидания, лето, сказали этим пасмурным вечером дети с детских дворовых площадок Славянска на Кубани. Но они сохранят о нем самые теплые воспоминания и обязательно вернутся следующим летом на площадки, которые стали любимыми. До встречи в следующем году! Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».